курьезных случаях на выступлениях, спрашивает Ольга из Москвы. Оль, был у меня только один такой прям запоминающийся случай, который точно никогда не забуду. Это был конкурс, и мы с подругами в 6 рук дошивали мой костюм ночью, утром конкурс. И вдруг в момент выступления, буквально осталось 30 секунд до завершения танца, я почувствовала, как резко расстегнулся лиф, и сработал инстинкт самосохранения. Я не знала, как это получилось. Я раз подхватила его, вот так все собрала, значит, руками. Я помню этот шок, я вообще не забуду никогда. Все, то есть бессознательное подключилось. Я какая-то как робот в шоке, но я дотанцевала, что-то там руками делала, какие-то элементы, что-то даже получалось как-то руки поднимать. Вот это все болталось у меня там сзади. Потом, когда я спрашивала у зрителей, никто даже не заметил. Только в конце, когда я уже завершила выступление, уходила, и они увидели, что у меня там сзади лиф болтается. Но я помню, что у меня был такой шок, что когда я закончила танец, достойно ушла за кулисы, и как я рыдала на взрыв там, как будто, не знаю, у меня слезы, вот как в мультиках показывают, вот так вот через верх, по-моему, через глаза, в разные стороны, то есть прямо аж на разрыв, то есть вот этот шок. И сейчас, конечно, когда я вижу девчонок, сужу конкурсы, какие-то казусы происходят, да, кто-то упал, подскользнулся, у меня сердце просто сразу вот так, тахикардия. Вот это воспоминание у меня сразу всплывает, и я очень всегда переживаю. То есть вот это был самый такой серьезный, да, инцидент. И после этого, ох, я сейчас так проверяю свои лифы, вообще все, что на мне, так все в 1000 раз все репетирую в костюмах. И всегда рекомендую своим ученикам, всем, чтобы все прорабатывали в зале. Потому что ситуации могут быть разные. Один еще был случай в Швейцарии, был очень скользкий пол, и у меня была юбка из шелка, и в один момент я наступила на юбку и прям почувствовала, как вот я вот сейчас 2 секунды, и я полечу. Я не знаю, что случилось, как я удержалась, но я подскользнулась очень сильно. Ну, и тоже, опять же, вот какой-то инстинкт, да, сработал. Реакция такая была, что я как-то корпусом себя умудрилась приподнять, да, оттолкнулась от пола и выстояла. Но потом все время, конечно, какой-то промежуток времени танцевала в страхе, потому что все думала, боже, боже, этот пол, хоть бы не наступить на юбку. Юбка, ее, знаешь, ногами так, ее... отталкивала, все, вот немножко страх уже сохраняется, да, поэтому старайтесь всегда все репетировать, потому что ситуации бывают, конечно, совершенно разнообразные. Ирин, а есть дружба среди танцовщиц именитых? Или все же больше приятельские отношения? Есть у вас в БД по-настоящему близкая подруга? Спрашивает Светлана, город Астрахань. Светлана, дружба есть, она существует, конечно, существует не только среди танцовщиц, существует вообще в мире, я в это верю, друзей у меня много, и по-настоящему близких, и в том числе в восточном танце. Есть, конечно, и приятельские отношения, но они искренние, и в этом плане мне очень нравится, что действительно, есть такие девчонки, которым я могу написать в любой момент, они могут мне ответить, поддержать меня. Не обязательно общаться каждый день регулярно, но я знаю, что когда мы с ними встречаемся или когда мы просто общаемся там, в интернете, это всегда очень приятное общение, это всегда обмен положительной энергетикой. И я думаю, что все-таки это зависит от людей. Ириночка, спасибо вам за творчество. Иногда читаю нападки на вас и восхищаюсь вашей реакцией. Хочу пожелать вам творческих высот. И вопрос, какие качества помогают пробраться к танцевальному Олимпу? Уж очень сложная эта дорожка. Инга, Липецк. Инга, спасибо вам большое за ваш вопрос, за интерес к моему творчеству. Насчет нападок я вам могу сказать, что к этому приходишь постепенно, не сразу. И понимаешь, осознаешь, что нападки — это на самом деле мелочи.
такие мелочи жизни, на которые не стоит обращать так детально внимание, да, и со временем вообще понимаешь, что пусть вот нападки со стороны людей, то, что там говорят за спиной, пусть это будут самые большие неприятности на нашей жизни, пусть это будет самая большая проблема, с которой я столкнусь или другие люди. Вот. Поэтому вот реагирую так, как умею. Насчет пути. Вы знаете, качество, я не знаю, какие конкретно должны быть качества для того, чтобы идти к Олимпу, потому что я не считаю, что я на Олимпе, во-первых, да, и у каждого все равно свой путь и свои мысли на этот счет. Но я вам могу точно сказать, что на пути к своей цели, на пути к своей мечте нужно быть в первую очередь искренним, настоящим, целеустремленным, трудолюбивым, не бояться трудностей, наоборот, любить их, потому что когда что-то дается просто и легко, оно не имеет, наверное, такой ценности, когда ты достиг этого и прошел через сложные ситуации и преграды. Нужно быть, наверное, искренним человеком и любить. Любить то, что делаешь, когда это действительно от души, когда это изнутри, из глубины вашего сердца, и это настоящее ваше желание, то все впереди, все, что будет на вашем пути, оно все будет приносить радость, удовольствие, любые ситуации. И они постепенно-постепенно будут вас вести к этой точке, да, к которой вы идете, да, к вашей мечте или цели, или о чем, что вы себе поставили, да, этот результат, которого вы хотите добиться. Но еще очень важный момент лично для меня, да, понимать, что, к примеру, я не хочу зацикливаться на определенном результате, а на определенной цели. Мне очень хочется всегда получать именно вот этот кайф и удовольствие от самого процесса, от вот этих вот моментов, которые я делаю каждый день, да, продвигаясь немножко, на чуть-чуть, да, вперед к достижению желаемого, преодолевая что-то трудное. Хочу, чтобы это было в радость, да, а не то, что вот зацикленность на цели, вот танцевальный Олимп, я хочу куда-то наверх, и вот бегу по головам, перепрыгиваю через какие-то преграды, лишь бы достигнуть чего-то. Нет, сам процесс очень важный момент, да, сам процесс того движения. И вот мне кажется, что когда приходит это осознание, что не результат сам важен, а вот это состояние, в котором вы находитесь, когда идете, вот тогда у вас все получается. Ну, это мне так кажется, я не знаю.